Open the curtains, lights on. Don't miss a moment of this experiment. Oh, the book is strange, like clock or quirch. Keep your eyes buttered till the end. Which you are going to be inside the mirror, do you see someone else in the body? И вновь-вновь всем привет, большое спасибо, что вы подключились, и вы вновь на канале Starlight, и мы продолжаем играть в Library of Ruin, библиотеку руин. Это не совсем следующая серия, как, думаю, знают те, кто смотрел серию во вторник, а всего лишь завершение предыдущей, так что со вступлением хотелось бы долго не затягивать, но у меня не получится. Думаю, вы помните, как мы начинали ассоциацию Хана, третью секцию, которая начинала нашу последнюю главу «Городские нечистоты», как мы там положили Мерину и Гарольда, как временно ушел Оливьер. Это все было очень здорово. Ну, действительно, не так просто, как хотелось бы, как мне говорили, но на самом деле мне просто не повезло. Я вот потом вот фармил вот это вот все, и оказалось, что все намного проще. Что касается сегодняшней полусерии, то она, скорее всего, будет еще короче, чем предыдущая. И у нас здесь будет второй эпизод этого дела, где нужны книжки Гарольда и Мерины. Мне сказали, что всего два эпизода в Хане, что на самом деле очень странно, потому что Мерина же такая говорила: «Вы будете видеть нас довольно часто, мы не отступимся, пока вашу нечистоту не уничтожим». Ну, грубо говоря. Или я так и не понял, мы все еще являемся звездой, а не нечистотой, я не совсем понимаю пока что. Но вроде бы пока что звезда. Что будет сегодня, увидим. Люди говорят, что очень ждут этого эпизода по какой-то причине больше, чем что бы то ни было в ближайшее время. И это на самом деле очень сильно интригует. Я пока что картонки никуда не раскидывал, не было как-то времени. Еще мы увидели, что, оказывается, не существует пятого повышения на этажах Бины и Хокмы, а существует сразу реализация. Меня начали тут же пугать тем, что, ну, там будет мясо, учитывая то, что тут слотов под картонки на две аномалии. Мне вот прям так и сказали, там такие аномалии, что как, ну, за две аномалии можно считать. Я так понимаю, что у Бины это будет птица апокалипсиса, потому что это, ну, супер очевидно. Птицы и вся фигня. А вот кто вот будет у Хокмы,
На самом деле тоже очевидно, но мне вообще не хочется об этом думать, потому что... Ну кто еще может быть у Хокмы? Кто главный символ религии? Всей вот этой вот аномальной фигни. Но благо мы туда пойдем не сегодня и даже не в следующий раз. Кстати, у меня маловато времени, чтобы все это дело записывать, так что следующая серия, где мы пойдем вот сюда... В реализацию Бины будет не во вторник, а через вторник. Ну, просто, во-первых, нужно подготовиться, во-вторых, мне нужен отдых небольшой. Вот, ну и сегодня второй эпизод Ханы. Но перед тем, как мы начнем, спасибо мой Джеку за то, что напомнил. Я, оказывается, в сюжетке Сяо забыл прочитать историю Мириса. Ну, он как бы там с ней тусил. Его картонку я вроде как выбил. Я вот, кстати, не уверен, но даже если нет, то какая разница, да? Я не выбил. Что? Что? Она была вообще? Так, ну, ладно, если она была, если я ее просто не выбил, то вы ее в любом случае прямо сейчас услышите. Но если нет, то нет. Директор Сяо часто напоминала нам: наше лучшее оружие — хитрость. Нужно заставить врага поверить, что мы отступаем, чтобы потом внезапно ударить в уязвимые точки. Притвориться смирными, когда на самом деле лишь точим когти. Казаться беспомощными, чтобы ослабить бдительность врага и застать его врасплох. Если враг насторожится, занять его маневрами. Но превыше всего держать голову холодной и не потакать своему гневу. Мы должны использовать праведную ярость во благо, а не позволить ей поглощать нас. Эмоции должны управлять телом, а не разумом. Это главный урок, который мы получили от директора. И все же, нашего лидера захватили эмоции, и она сбилась с пути. Но, как говорится, даже у самого прекрасного нефрита есть свой изъян. Я верю, что она все еще может вернуться на верный путь. Окей, думаю, теперь мы можем начинать. Еще раз говорю, серия может получиться прям совсем уж коротенькой. Прям совсем-совсем. Но не засовывать же это в отдельную серию, правда, если оно все действительно будет так. Дайте я быстренько проверю, что все хорошо, и будем начинать. Поехали, что? Ну, очевидно, да, что здесь будет продолжение Ханы. Да ладно, второй эпизод. Поехали. Пуранубль. Тангшини Алижендерайса. Что? Оливьер. Говорит Оливьер, ну, как бы не зря же он в сюжете участвовал. Фиксер третьей секции ассоциации Хана. Фиолетовая слеза! Я все сделал, как вы мне и сказали. Блин, это фиолетовая слеза, это Юри, она повсюду, блин. Она со всеми законтачилась в свое время и с Роландом, и с Эргалей, и что, и с Эльвиром теперь... Теперь тоже, боже, у меня икота аж началась. От вот этого избытка эмоций. Он же еще с чем, ну, насчет чего-то с Миринем говорил, ну, в конце сюжетки предыдущей. И что же будет тут, вообще непонятно. Ну, сейчас увидим. Все, что осталось, это закончить все. По-моему, и все. То бишь, вы мне сказали что-то сделать, я все подготовил. Осталось закончить это все. Что именно-то, блин? Добро пожаловать, дорогой гость. Подожди, подожди, он просто пришел и все. Подожди, или он вообще не уходил отсюда? А он же не может уйти, чисто технически. Я и говорил, он подписал бумагу. Как он может взять и уйти? Он же такой: я найду выход, сам, не провожайте меня. И видать, типа, один из следующих гостей Анжела вышла встречать и просто его увидела, либо она знала, что он остался тут. Он просто тут остался и все.
Пуранумль мальдро. Нон кои ингане какао. Фиолетовая слеза была права. Вы практически неотличимы от человека сейчас. Блин, эта фиолетовая слеза, это тупо оракул, она все знала. Она все знала, что было и что будет. И зачем ты еще и Оливьера отправила сюда? Помните, Роланд говорил, блин, вот одновременно и хотелось, и не хотелось бы встретиться со своим старым другом, а я думал, вторая секция будет Ханой, которую Оливьер же и приведет, но нет. Типа, чё? Добро. Что? И в то же время мощь библиотеки, которая защищает тебя, становится все слабее. Типа, рано или поздно время придет, и почему всем так важно, чтобы Анжела, ну, типа, стала человеком? Ну, не то чтобы стала человеком, но, может быть, она слабеет действительно, как машина, как директор библиотеки, и становится обычным человеком, вот и все. Капец, гигачат. Что ты имеешь в виду? Что все это значит? Ага, Анжела уже ни в чем не уверена. Блин, это же реально чистое продолжение того, что было. Хоть и не совсем так, как я думал. А, я имею в виду, что тебе нужно быть более аккуратной, когда твое тело из металла полностью превратится в тело из плоти. Да, плоть слаба, как, не помню, кто это из Вархаммера говорили. Или откуда, плоть слаба, и все, железо ништяк. Но, похоже, просто так умереть, допустим, от отрубления головы, если я тебе сейчас голову отрублю, то ты не умрешь пока что. Время пока что не пришло. Как будто бы это все многоходовочка какая-то, вот действительно, фиолетовой слезы, которая все заранее продумала. Ну или кто там все заранее продумал, Анжела лишь наивная такая, думает, что она идет по своему пути, но за нее все уже решили. Это очень интересно. Ну, думаю, что да, не умру. Но мне все еще интересно, ради чего ты здесь? Ты ж типа ушел, да? Ну, по идее. Есть еще некоторое количество вариантов, которые, ну, не включают убийство. Типа, все еще можно разрешить по-другому. Серьезно? Что? 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 Что происходит? Что происходит? Что? 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 Что он сделал с ней? 너를 위해 구한 T사 특이점을 사용한 공방의 암살 장치다. Что? Устройство для устранения из мастерской, собранное с помощью сингулярности T-Corp, которое я принес сюда исключительно для тебя. В смысле устройство для устранения? Чё? Что? 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 Или это все реально многоходовочка, чтобы не делать большие пафосные бои, послать одного Оливьера, который, ну, постепенно насоберет достаточное количество инфы. Ну не конкретно он, понятное дело, а те, на кого он работает, чтобы просто взять и вынести Анжелу одним ударом, и библиотека развалится, и проблем больше не будет. Что? Ёкши. Хими исодо сесанг мульчонг морунун номигун. Ты, разумеется, могущественная, но тем не менее уязвимая, ну то бишь беспечная. Не думай, что кто-то тебя ранить может, а вот... Внезапно происходит вот это. Блин, офигеть! Только хотел сказать, что какого черта тут нету даже сюжетки перед приемом гостей. И сразу мы начинаем с библиотеки, а тут вот что происходит. Вот реально, чем ближе к финалу, тем больше каких-то роялей из кустов просто вылазят и вот делают вот такие вещи. Вот что происходит, когда вы... Когда ты рукопожатие, да, принимаешь от того, кого не следует, без грани сомнения или опаски. А, это как, знаете, те
Штуки, да, шуточные, когда шокер на руку надевают, и ты кому-то руку жмешь, и его бьет током. Только сейчас ударило, чувствую так, что Анжелу вырубило к чертям. Или что? Или заморозило на месте, да? Сначала оно парализует цель, а потом я... Типа парализует, а я тебя уничтожу, да? Типа Тикорп, наверное, его во времени заморозило просто и все. Воу! 버튼을 누르면 단 1초만 작동하는 일회용 장치지만 효과는 확실하지. 아? 로봇? 아? что происходит? Когда нажимаешь на кнопочку, активируется через секунду. Устройство одноразовое. И надежное. Он у него просто отобрал этот пультик. Офигеть, Рон, просто офигеть. Он же не вмешивался никогда. А сейчас он пошел и такой типа: слышь, не лезь. Не лезь, слышишь, я тут на страже. Офигеть, что и вот так вот они и встретились. Типа, какого черта? Это устройство перегружает человеческий мозг, заставляя их разум переживать тысячи лет. Ну, как будто бы они проходят. Ну, как бы, камон. Анжеле-то пофиг, она миллион проживала, и она еще не человек. Откуда ты знаешь, как это работает, штука, во-первых? А во-вторых, он просто подошел и такой забрал у него, как у ребенка. Слушай, они выглядят абсолютно противоположными по стилю. То есть у него белый костюм, у этого черный костюм. Этот смуглый весь такой, а этот максимально бледный. Что более чем достаточно, чтобы уничтожить разум обычного человека. Все работает прям как в варп-поездах. Окей, ладно, я понимаю, как эта штука работает, но не понимаю, во-первых, откуда Роланд это знает. Или это распространенная практика? Ну, как бы откуда эта практика, если Роланд даже не знал, как варп-поезда работают раньше? Что? Оливье. Оливьер, да, давно не виделись, друг, да? Я же говорю, они одновременно и хотели, и не хотели встречаться. Он же без понятия, или он в курсе, что Роланд тут? Нет, откуда он в курсе-то, ё-моё? Я смотрю, ты через многое прошел, чтобы присоединиться к ассоциации Хана. И теперь ты принес это небольшое устройство смерти сюда, да? То есть, мне было интересно, как ты до Хана-то добрался. Он же, ну, в частном офисе работал вместе с ним. Ну, вроде как. А теперь вот такое происходит. Берешь и разгуливаешь с такими опасными штучками. Убить кого-то можешь. Капец, он гигачат тоже, этот Роланд. Тупо сцена из Жожи. Ну что, ты, наверное, все свои деньги потратил на эту штучку. Или что? И ты слишком много болтаешь, да? Мог бы типа сделать бы и все. А ты как настоящий анимешник начал речь толкать. Я понимаю, что это закон жанра, но это так тупо в аниме, когда кто-то начинает объяснять свой план. Или, ну, понимаете, да, тянет время ненужными диалогами. Ведь лучше сначала сделать, потом что-то говорить. Если вдруг так хочешь. Нет, блин. Такой стёб. Оренманикон. Давно не виделись, Роланд. Я ждал, когда же ты появишься. Да уж, мы уже знаем, что он необычный корректировщик 9 ранга, но, по крайней мере, не по уровню способностей. То есть, мы видели, он работал в офисе Чарльза, как я понял. А это был элитный офис, и Роланд как бы... Ну, я не знаю, был ли он светом, но, может быть, узнаем, да? Так значит, все это время ты охранял это чудовище, которое, ну, делало вид, что оно человек, мимикрирующее под человека, отсылочки на ЗНН, которое хотело стать человеком. Ой, блин, что-то ты, это самое, язык-то прикусил бы, да, она не монстр.
Она мой ответственный босс и хорошая подруга. Вау, как это мило. Вау, слушай, как это мило. А ведь действительно, ну да, они многое пережили на этом пути. Но прям вот так вот услышать такие слова от Роланда, конечно. Анжела. И он вырубил. Анжела, я разберусь сам с этим парнем. Так что отойди в сторонку, окей? Она дышит так тяжело. Кума вам. Спасибо. Тебе точно не нужна моя помощь. Вот, все. Крепкие узы, вот они здесь. В смысле, говорит, я сам с этим Оливьером разберусь. Он, наверное, как и все чуваки, вышестоящие из Ханы, первого ранга же. Ну, Мирине, по-любому, первого ранга. И Гарольд, наверное, ну, тоже первого ранга. Да и Оливьер, скорее всего, тоже. Если он говорит, типа, да я сам разберусь... Он, наверное, ну он же говорил, если я скажу, что я крутой был фиксер первого ранга, разве ты мне поверишь? И она такая, ну почему бы и нет? Так что мы давно это знали, но если бы не одно но. Я сам с этим всем делом разберусь. Это лишь мое дело и его. Так что не беспокойся. Окей. Хорошо. Хорошо. Будет нужна моя помощь, зови. Блин, она так на него прям полагается, вы заметили? То есть, ну камон, она ему прям верит и доверяет максимально просто. Это так мило. Но учитывая то, как себя ведет Роланд в нечистотах, ну я не знаю, это очень сомнительно все. И она исчезла. Игги. Роланд, так значит, это все твой большой план был все это время? И что, это стоило того или как? Типа, я был вот ее готов убить прямо сейчас. Чего ты тут планируешь? Чего ты затеваешь вообще? То, что ты делаешь сейчас, не сильно и отличается от всех трагедий, через которых ты прошел и которые видел. Ты сидишь тут, чилишь с этой машиной в этой проклятой библиотекой. В библиотеке, да. Заново дальше прокручиваешь этот круг боли и страданий в городе, который ты руками начал. Типа, что ты делаешь вообще, говорит ему. Ну? Я и не ожидаю, что ты меня поймешь. Падра. Камон чимуге чангабида. И Оливьер такой, возьми, это перчатки черной тишины. И я правильно понимаю, что теперь мы в расчете друг с другом? Ну типа, из-за меня погибла твоя жена, и вот я приношу тебе перчатки черной тишины... Я уже думал давным-давно, что Роланд может быть черной тишиной. Он же весь такой черный, мрачный. И много говорили, что черная тишина там убила тех, вырезала тех. Роланд, получается, да, все это время? Или нет? Ну... Не пишите, ребят, потому что, я думаю, вы понимаете, даже если писать, ох, ты еще ничего не знаешь, допустим, или в будущем увидишь, это как бы косвенный спойлер на то, что это не совсем так или так, так что просто проигнорируйте и все. Спасибо. Типа благодарен тебе, как и всегда. Я скучал, блин, по ощущению, да, этих перчаток на руках. Боже мой, что происходит? Я правильно понимаю, что Роланд это имба по факту? То есть, вот чего, наверное, люди-то ждали вскрытия. Вот этих вот тайн. Что Роланд, он там на уровне Аргалии и Кали. Ну, может быть, не чисто по силе, но где-то на уровне цветов тоже находится. Или как?
Вот, наверное, Анжела запсихует, типа, «Чего ты мне о ней рассказал? Какого черта?» Ну, посмотрим, что, собственно говоря, будет после вот этого вот всего. «Иголло мазимак дуумкази хаксири падассо». Ну, типа, с этими перчатками, ну, в общем, всю помощь, о которой я мог бы тебя попросить, ты мне сам дал. Окей, мне и просить не пришлось. Угу. Типа, что за сила в этих перчатках? Это же, ну, просто перчатки. Типа, то есть, они тканевые просто. Или нет? Ну, мы же видели, как Ролан ходил, он еще в маске в какой-то черной был. В перчатках в этих он тоже был. Ну, камон, ну, все, как бы тут варианта другого-то и нету. Я частично ответственен за то, что произошло с тобой, да? Что и привело тебя, ну, в оконцовке-то сюда. Ну, как бы так-то оно и было. Я и говорю, теперь все сходится, блин, как же мне эта глава нравится. Вот реально в ней все сходится воедино, как того я и хотел. Это прям максимально круто. И он теперь в перчатках. Ты даже не подозреваешь, через что мне пришлось пройти, когда ты исчез. Да? То есть, сколько мне за тобой пришлось почистить, да, когда ты пропал. То есть, он его все-таки хороший товарищ, и они будут вынуждены биться сейчас, потому что Оливьер — это гость. И он угрожает библиотеке. Это так грустно, блин. Помните, Анжелика говорила, я не могу позволить себе потерять одного из твоих последних друзей. Ни у тебя, ни у меня никогда не было ни родителей, ни настоящей семьи. Так что ты, скорее всего, думал, что никто о тебе никогда и не заботится, да? Ну, кроме, может быть, Анжелики и действительно твоих самых близких друзей. Как может никто о тебе не заботится, а? Но, может быть, и все отвернулись от него, когда он начал дичить в городе, вот действительно. Но ты был неправ. Я на самом деле довольно сильно беспокоился о тебе. В отличие от других там некоторых из офиса Чарльза. Блин, как же мне, еще раз я скажу, нравится, как игра просто карты вскрывает. Не держит это до последнего. То есть... Там же, понятное дело, срыв покрова будет еще больший. Дальше, потому что мы еще не закончили. Серии 10 еще, наверное, будет в игре. Ну, плюс-минус. Так что ждем и верим на достойный финал. Да. Практически все, кто приходит на ум, отвернулись. А когда ты покинул нас и начал творить дичь, ну, собственно, как я и говорил. И незадолго после этого я услышал новости, что в городе появился человек под личиной черной тишины и начал безумные убийства по всему городу творить, и он понял, что это ты. Говорили, что он уничтожал синдикаты, которые хоть немножко вызывали подозрения, ну, насчет того, что произошло, хоть какие-то таинственные эксперименты проводили, потому что, ну, искажения, о них тогда никто не знал. И это какая-то дикая штука, которая в городе еще никто не видел, и Роланд, ну, мы это видели, вырезал просто всех. Его волна уничтожения всех докатывалась. Даже пальцы или офисы корректировщиков частные не могли от этой волны ярости сбежать. Ну? Да. Я начал задавать вопросы, ну, то бишь, я не был уверен в том, что это ты, до того момента, когда не услышал, что добрая часть среднего пальца юга была уничтожена тобой. И тогда я уверился, что это ты. Определенно. Мне уже говорили, что история Роланда, она на какой-то средневековой поэме основывается, где практически один в один описывается история, ну вот, воинов Чарльза Великого, отсылочка на офис их,
на Роланда, на его жену, там, на Аргалию. Я специально не стал в этом копаться, потому что, ну, мало ли, спойлер будет какой-то, ну, который, ну, перенесли сюда вместе с основной историей вот этой вот поэмы. И все, и будет как бы не очень. Так что, но я обо многом догадывался, как вы понимаете, с моей лорной памятью, так что для меня это небольшой какой-то шок, но все равно типа воу. 인생의 모든 응어리와 원한을 да? Доши에 토해내는 것 같았어. Кто если не ты? Кто если да, не ты и не похожий на тебя, кто прошел бы через такую фрустрацию и ненависть от города, ну, понимаете, да? Типа, кто если не ты, вот такую бы ярость бы на город выкидывал? То есть никого не знаю, кроме тебя. 만약 그런 거라면 중지뿐만 아니라 더 나아가. А если бы ты продолжил в этом случае, я уже начал думать, что ты весь город смог бы уничтожить и своей силой гнева и безумия. 또 과대 포장하네. Да ладно, опять ты преувеличиваешь, какой город, да? Типа, тут библиотека, это намного мощнее, чем ты, скорее всего, город не может опрокинуть. Типа, я бы один бы город уничтожил, типа, не преувеличивай, вон, Аргалия тоже чего-то такого хочет, на него уже охоту объявили, и, ну, умрет он, скорее всего, у нас тут, потому что он должен же быть финальный махач. Но если бы нас не было, то его бы раздавили бы тоже, я думаю. Это... Кто угодно бы подумал бы о том же самом, если бы он взглянул в твои глаза, покрытые этой темной маской. Ну, я же говорю, все сходится. 걱정해줘서 고마워. Ну, в любом случае, спасибо за беспокойство, брат. Блин, это круто. Но не круто то, что придется... его убить, но мы уже как давно поняли, что превращение в книжку это не обязательно смерть. Так что посмотрим, чем все обернется, особенно после того диалога Анжелы и Хокмы, типа ты же их отпустить их можешь. Так что я к этому попроще уже отношусь. Ну, насколько это возможно, да, в этой всей ситуации. Я тоже беспокоился, что ты мог бы умереть бы какой-нибудь несчастной смертью где-нибудь там в городе. Так что, если честно, я тебе тоже не забывал, салатик. Ну, оливьер там. Да, мы давно с тобой не виделись, но тебе не только выжить. Что? А, типа, дело прошлое, но не думаю, что ты бы смог бы выжить, если бы мне удалось тебя тогда найти, да, когда я занимался вещами в городе, то есть руки до Оливьера, не то чтобы руки до Оливьера не дошли, просто, ну, я не смог найти тебя, и я бы убил тебя своими руками, а сейчас уже окей, все. Но я все равно очень признателен за то, что ты пришел ко мне на помощь, когда я тебе тогда позвонил в тот день. Прости насчет того, что потом случилось. Блин, это так мило. И мне так грустно, вот серьезно, от того, что должно случиться. 됐어. 어차피 나도 둥지 이주권을 얻을 수 있을지 모른다는 말. 부랴부랴 갔던 거고. Да забудь, я пошел спасать твою задницу только лишь потому, что ты мне сказал, что возможно я смогу получить бумаги на переезд в гнездо. Да, это же было до того, как ему, ну, гнездо его перевернуло, что типа вам не положено. Его друг такой сказал, ну, возможно, я смогу устроить. И Роланд такой, так, все, я понял. Так что Роланда тоже можно понять, да его тоже. Все просто делали свою работу, кто же думал? Мианада. В любом случае, прости меня за все эти неприятности, да, которые тебе пришлось пережить. А что насчет других? Как другие поживают? Например, Ойджер и Астольфа? Огир? Ну, я напишу, как правильно, в любом случае. Это же все ребята из Чарльза. Кто-то к крыльям присоединился, кто-то исследует руины.
Все нашли способ как-то жить дальше. Но мы уже лишь тень себя прежних из прошлого. И очень сильно отдалились друг от друга. Раньше это прям реально было братство. Ну и сестринство, ну не суть, вы поняли. Просто рыцари круглого стола, а сейчас они рассеялись по миру, и это реально грустно. Кроквно. Ясно. 둘이 처음으로 도시 양몽 사건을 맡았을 때 기억나? 그 뭐냐 사건 이름이. Слушай, помнишь, когда мы двое решали этот случай городского кошмара уровня в первый раз? Ну типа наша первая работа уровня городской кошмар. Что это за случай-то был, не помнишь? Они так сидят на лавочке в библиотеке, обсуждают прошлое, извиняются перед друг другом. Это так мило, офигеть. Еще раз скажу так. Горько, ужас. 16구 뒷골목에서 버린 что? 데미그라스 소스의 비법. Что? Тайна полуглазированного соуса, который произошел в подворотнях 16-го района, что? Ну, типа, полусладкий соус. Что? Что, блин? О чем вы говорите? Мажа-мажа. Да, вот Важнаге это вот. Мы вот выполнили эту работу. Прямо, ну, еле-еле нам удалось выполнить, да. Твоя рука чуть в блендер не попала в последний момент. Блин, сидят, думают о прошлом. Что там было вообще? Лишь благодаря мне ты... сохранил себя от нужды новую руку дать, себе протез сделать. Это довольно жесткое дело было, ну. Барын, четыре хаджа. Да, что? Давай посмотрим запись, что? Нига соус маши ольмана тэданагилле и саданиньямё. А, нет, типа, давай-ка не передергивай. Да? Ничего бы из этого не произошло бы, если бы ты не попытался бы выбить этого соуса из блюдца. А что, типа, давай попробуем его хотя бы, да? Чё плохого может случиться? Типа, все это из-за тебя, давай-ка не передергивай. Да ладно. Да ладно, мог бы позволить мне хотя бы разочек побыть лучше, чем ты. А то все, ты круче, чем я всегда был, я у тебя на подхвате. Блин, какие крутые. Да, вот это были деньки. Не приходилось насчет многого беспокоиться, просто решали, ну, то, что, ну, было необходимо, да? То есть, жили просто завтрашним днем и все, сегодняшним. Так было здорово, а не то, что сейчас. Да, но ты знаешь лучше меня, что в эти времена нам больше никогда не вернутся, Роланд. Да уж. Ты поглотил свою ярость и горечь, лишь чтобы работать с этой машиной. Так что... Что он? А, так что я не сомневаюсь, да, что исход у этого всего будет один. И то, что ты противником будешь не из легких. Да, и снова к нашим баранам. Да, я знаю. Мы оба очень далеко прошли по нашим удаляющимся друг от друга дорожкам. Было очень здорово поговорить с тобой после такого большого промежутка времени, Оливьер. Блин, так печально, в который раз скажу. Еще один гость, которого вообще не хочется убивать. Я просто делаю свою работу в качестве корректировщика ассоциации Хана, вот и все. Я здесь, чтобы вернуть книжки моих коллег и устранить угрозы. Да. Работай, работай. Личные дела личными делами, так ведь? Мача. 그건 그거고.
이거니까. 네, так и есть. 시작한다. Тогда давай начнем. Подожди, то ведь они... Подожди! То есть они раз на раз будут биться? Ну, по сути это дело или что? Роланд в странице черной тишины! Лишь он может быть использован для этой битвы. Не, ну действительно, раз на раз. Причем, ну, Оливьер на силе, ну, Мирине, скорее всего, будет. Он же не может быть сильнее Мирине, правда? Реально, только один этаж, только один Роланд против только одного Оливьера, только в странице черной тишины. Охренеть. Оливьер, ну у него довольно стандартные статы, дополнительная сила, ну скорость, 4 триграмма, как у всех чуваков, тоже все для Ханы. Еще раз давай-ка вспомним, если получал урон, он повышает резисты. Дуэль полностью иммунен к иммобилизации. Оппонент получает больше хп и больше стаги резиста. А, я понял, ну чтобы... Они раз на раз действительно бились, может быть умножится на 2, и будет, ну, примерно плюс-минус то же самое, что и у него. И 12 корректировщиков, ну, с отсылкой на Чарльз, бустит минимальный дайс каждого дайса на 2. На эмоушен левеле 3 или выше бустит бустит все дайсы на единицу. А, я понял. Типа, минимальное значение дайса, типа, от скольки-то до скольки-то, да, типа, от 3 до 6. А это будет, типа, от 5 до 6, я правильно понимаю? А на третьем левеле это будет от 6 до 7, я правильно понимаю? Картонки у него, ну, плюс-минус те же самые. То бишь это... А, нет, смотри. Блин, какая крутая штука. Столкновение двух клинков бустит следующий, ну, максимальное значение следующего дайса на 3. То бишь это офигенный дайс. И это снежный ком. Пинок Авгура получает силу в следующую сцену и еще дополнительную силу при ударах. Это было. Формация 4 триграмм, и он Пугината Ультима сбрасывает все страницы с руки, и все дайцы на этой картонке получают плюс 2 силы. Что за он Пугината, я напишу. Ну слушай, он жестче, чем Мерина, а Роланд, ну статы окей, дополнительная скорость, Орландо, это по-моему оригинальное имечко или что-то вроде того, получает уникальную ключевую страницу и картонки, которых нельзя поменять, то бишь, что это получается, страница фиолетовой слезы у нас свободна, теперь с этого момента или что он... Ну и черная тишина дровает две дополнительные страницы в начале акта. Все дайсы каждой третьей боевой страницы заюзанной получают плюс 2 силы. Интересно. Мастерская Зелкова. Стоимость этой страницы не может быть изменена. Дровает одну страницу, ну и дайсы. Мастерская Ранга. Тоже не может быть изменена. Мастерская Old Boys, типа старых друзей, ну типа старичков. Дровает 3 света и дровает одну страницу. Еще стаги резист при ударе восстанавливает. Неплохо, неплохо. Мастерская Алас. Подожди, то есть у него оружие с кучей мастерских в этих перчатках или что? Уменьшает мощь всех дайсов цели на 2. Слушай, может быть это бой чисто такой головоломка или что? Мастерская Мока. 3 света восстанавливает дровые 3 страницы и наносит дополнительный урон. Логика Ателье. У него там ружье какое-то, что это вообще такое? Да, это ранжовая страница, кстати. Дюрандаль. Офигеть, получает силу в next сцену.
Кристальное ателье. Слушайте, а чем отличается ателье от мастерской? Напишите, почему, допустим, у Юрия ателье, и вот тут тоже ателье. А это мастерские, типа мастерские это более грубая работа, а ателье более тонкая работа или что? Ну, картонка жесткая и... ну, типа, колеса промышленности уничтожает следующий дайс цели. Ну, это не то, чтобы какие-то супер-имбовые картонки, но я чувствую, Роланд у нас теперь тоже имба. Раскрыл свою истинную силу, как Гибура или Бина. Ну что, поехали? Я не знаю. Я думаю, серия на часик будет, ну или что-то вроде того. То есть, ну, нормально. Поехали, чем? Это будет любопытно. Наши судьбы наконец-то привели нас сюда, Роланд. Да? После всего, что случилось, этот день настал. У него реально больше хп. А это что? Фуриоса! Количество использованных страниц черной тишины. Что? Блин, смотри, он даже стойку поменял. Он вообще выглядит немножко иначе, так спокойно стоит. Раньше он улыбался в битве, а сейчас он спокоен. Раньше он в нелепой стойке стоял, а сейчас он прям такой. Круто. То есть это тупо дуэли раз на раз. Вот это я понимаю. Ну-ка. Фуриоса! 20-39 уничтожает все дайсы цели. Эту страницу невозможно использовать до того, как все 9 других страниц черной тишины не использованы. При ударе накладывает 5 крови, ну, кровотечения, 3 байнда и 3 фраджайла в следующую сцену. Охренеть, то бишь это как эти слайсы Гибуры типа... Но только там ничего не нужно, или ее анлок красного тумана. Но у него же эго-то по факту нет, так что он слабее Гибуры 100 пудов. Поехали, чем? И он сразу начинает с ульты. Поехали. Я правда не знаю, как здесь правильно играть, если честно. Чтобы все было норм. Ну окей, вот эту вот трешку, ну блин, он бьет все в один дайс. То бишь тут так и не отразить. Хотя можно взять Рэнджу. А давай... Давай попробуем, я не знаю, слушай. 5-9, 5-9. Давай попробуем. Дзюрандаль, а тут вот эту вот штуку. Ну которая 100 пудов это дело заберет. Поехали, чё, ну-ка. Блин, слушай, у него реально ружо. Да ты гонишь, на единицу перекинул. Всю? Это как-то не очень вышло. Чё-то как-то не очень вышло. А, ну все вот эти вот штуки работают. Если не наносил урона, теряет хп. Ну... Рандомизирует страницы, но это не особо работает. В начале сцены полностью меняет руку. Нам это вроде и не нужно. Эта вот штука может потенциально снизить стоимость четверки. Но она всего лишь одна в колоде. Вот это вот каждая страница, ну типа получаем силу. Но нам нужно наносить урон. Да камон! Мы в любом случае будем наносить урон хотя бы единичку. Так что пусть будет. Плюс наша сила будет повышаться постоянно. Ну, по идее, да? По идее. Он опять бьет в один дайс. Заколебал. Это новые страницы, ребят. Но я просто смотрю, что это вообще такое. По идее, мы повышаемся, так что... Вроде как и пофиг. Блин, как это круто! Блин, он просто какой-то имбалансный чел теперь. Плюс скорость и плюс хп. Слушай, давай.
Это нам действительно пригодится. И мы реально получаем силу. Наверное, у него... Я не знаю, если у него достаточно сил, чтобы нас одолеть, но увидим. А вот тут... Мы можем потенциально и перекинуть. Нужно только вносить урон. Давай вот так. Вау! Ролан, ты это самое... Ты нормальный вообще? Офигеть, он делает. У этого света не осталось, поэтому он... Ролан, ты офигеть. Еще три другие страницы. Вот они, кстати. И мы сможем Фьюриоса заюзать. Мне вот реально самому интересно, что это такое. Лол. Реально дуэль старых друзей, но он слабее нас. Я сейчас возьму еще пульсацию, если она будет, и все, и он развалится сразу. Больше стагера, но больше защитный дайсон, ну такое. Выигрывая клэш с 50% шансом, накладываем байнд. И против цели с байндом наносим больше стагера, ну... Это вот такая себе штука. Защитные дайсы. Ну, их у нас не так-то уж и много, так что пускай будет вот так. Я думаю, его застагерить и все. То есть, реально, это тупо бой показ силы Роланда. То есть, я правильно понимаю, что это аж кетера, теперь вполне себе юзабелен. Даже без эго, то есть, с помощью силы Роланда они будут делать вещи. Или только лишь один Роланд сможет биться на кетере или что? Сейчас увидим. Главное, чтобы нас не застагерили, да? Иначе будет как-то неловко. Нужно заюзать, и тогда будет кайф. Вау. Ладно, вот этого я не ожидал, что я смогу. Так, ну шо? Он повысился, я нет. И на нем байнд висит. Вот оно столкновение пошло, ну-ка. 20-39. Ну, слушай, у него шансов, по-моему, нету. Если эта штука попадет, то это слэш. Сейчас увидим. Уничтожает все дайсы оппонента. То бишь он больше вообще не сможет ничего сделать в этом ходу. То есть я такой вжух, и он мертвый. Или нет? Как это работает? Ну-ка. Вау! Роланд, хватит! Охренеть, что он делает! Охренеть, что он делает? Охренеть! Ё-моё! Ну все, парень, ты умираешь, но... Ё-моё! Ну да, это имба. Нам нужно прокручивать кучу страниц, чтобы это еще раз заюзать, так что забаланшено. Как он выжил вообще после этого? То есть вот эти вот 20-39, они ролятся один раз, если цель не перекинула, все дайцы его уничтожаются. Ну, и мы просто мутим комбу красивую или что? А вот и его имба, кстати. Это просто охренеть, что было. Жесть. Может, не стоит? У нас же... Да, давай его застрелим, да и все. По-моему, он сейчас помирает. Все, стагер. Охренеть, Роланд. Я встретил свою смерть от
клинка друга. И он такой: спасибо тебе за все. Это, во-первых, невероятно был крутой бой, невероятно по сюжетной важности эпизод. И вы видели, что Роланд Фуриоса и свое делал? Это же просто охереть. Я извиняюсь за мой французский. Роланд и я были старыми друзьями еще задолго до того, как начали работать в офисе Карла. Нас было 12, не считая Анжелики, которая присоединилась к нам позднее, чтобы помочь нам решить дело с кроваво-красной ночью. Можно подумать, что нас было не так-то уж и много, особенно для офиса первого ранга. Однако, нам удалось выполнять любые запросы, полагаясь на сильные стороны каждого из нас, а также на причуды и особенности. Мы ожидаемо прекрасно ладили с Роландом, поэтому я предпочитал работать с ним в команде. Но это не все. Если честно, кто-то должен был беречь его бедовую голову и не давать ему сгинуть какой-нибудь глупой смертью. Бездумная доблесть не более чем блеф, ведь в осторожности больше силы, чем в безрассудстве. Ты еще помнишь эти слова, которые я постоянно твердил тебе все то время, пока ты то и дело норовил сунуть голову в самое пекло? Я помню момент, когда ты научился следовать этим словам. Пусть это я, тот, кто дал тебе этот совет, теперь я понимаю, что и он был не без изъяна. Чрезмерные мудрствования не приведут к прогрессу, а излишняя осторожность тоже ничего не даст. Я был благоразумен, ты же был решителен. Мы дополняли друг друга своими сильными сторонами и выполняли любую работу. Было время, когда мы могли вдоволь смеяться или же грустить и жить простой жизнью. Но теперь наши пути разошлись, наши и всех ребят из офиса Карла. Угу. 4 страницы Оливьера, то есть в любой момент можно будет его пофармить еще, если вдруг чего. Жесть. Ну и давайте послушаем, что думает Анжела насчет всей этой ситуации, так как... Ну, Роланд не тем оказался, кем... назывался, да? Ну, типа... 그냥 일급 해결사도 아니고... 특색인 검은 침묵이었다니. 잘도 숨지네. Так значит, ты черной тишиной был, а не даже первого ранга фиксером. Я бы приняла, типа, ладно, фиксер первого ранга, а ты цвет, оказывается. И сколько ты скрывать от меня это собирался? Ну, типа, тебе удавалось очень долго мне за нос водить, она говорит. Очень долго мне это не говорить. Но я ожидал этого разговора, окей. Ну, я... Это та самая Анжела, которая тебя шкняла с Нацахом за то, что вы бухали в подсобке. Ну, мам, я черная тишина, ну, мам! Она его под затылкой в комнату. Да? Ну, типа, я не нашел нужного момента, чтобы... признаться, думаю. как нашкодивший ребенок, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, мне вот что интересно, как корректировщики, которых мы все это время встречали, не могли тебя узнать? А, она ж не в курсе, что он маску носил. Да, я за маской скрывал свою личность, когда работал корректировщиком, как будто бы по голосу и по другой, блин, внешке невозможно узнать, что ты это ты. Совсем немножко личных данных вылилось. А, типа, если бы хоть немножко моих личных данных вылилось бы, то все, конец. Угу. Да, если выльется, то будешь локти кусать потом, вот что. Так что я был очень скрытен. Будешь локти кусать, если вдруг что не то. Этому уроку меня бабуля научила. Бабулинкин внучок. Роланд, черная тишина. Фуриосович, Орландо.
Если у тебя еще какие-то секреты есть, которые ты от меня собираешься скрывать, лучше бы тебе прямо сеть... Лучше бы тебе либо рассказать о них, да, либо держать их еще более скрытыми, чтобы я вообще не узнала. Вот что. Я не хочу снова быть преданной. И если кто-то попытается это сделать, я заставлю их заплатить такую цену, что мало не покажется. Вау. Ну, справедливо. Но все же он тебя спас. Ты спас меня в этот раз, так что я прощу тебя за вот эту вот оплошность. Плюс у тебя появился объективно жесткий союзник, который просто не бился в полную силу раньше. Я бы пострадала очень серьезно, если бы меня вынудили снова через 1000 лет пыток в моем текущем состоянии пройти. Прикиньте, безумно еще более Анжела. Просто делаю свою работу, мэм, вот и все. Ну-ну. А еще ты только что потерял своего друга. Тебе нормально? Она так, слушай, справляется в его чувствах. Я думаю, перевода не следует ожидать от меня вот этой вот фразы дурацкой. И это все. Да? Навечно страница Роланда сменилась на страницу черной тишины. Ну, и я как бы понял, это ожидаемо. Окей. Подожди, я правильно понимаю, что... Ну-ка. Да, страница фиолетовой слезы освободилась, можно засунуть куда-нибудь еще. До следующей серии, которая, напомню, будет... дайте ко мне посмотреть календарик. Буквально секундочку, окей. Которая будет, получается, о боже мой, 29 ноября. В конце месяца, то бишь, сегодня должно быть 17, 22 не будет. Будет 29, вы уж простите. Но мне нужно отдохнуть и нормально подготовиться к тому, что будет дальше, да? А Роланд теперь у нас вот такой вот гигачат. И ничего из этого убрать нельзя. Зато можно добавить. Это, кстати, неплохо. Окей, давайте сожжем страницы и понадеемся, что там будет чего-то полезное. Что-то внезапно у меня захотела вылететь запись, но все сохранилось по счастью. В общем, страница Оливьера, смотрите, тут две леги, а страница легендарная, эпики, вообще супер круто. Не факт, что это все выпадет с первого раза, вот серьезно. А кстати, что там вот тут? Так, я понял. Нет, подожди. Я понял. Чёртов Аргалия придет сам, я понял. Ладно, ну давайте, чё. Аргалия, ансамбль реверберации. Следующий, кто к нам придет, блин. Незваные гости. Мы даже книги на ком не будем ставить. 46 юнитов можно использовать. 10 актов. 10 этажей. Какого хрена? Ладно, я понял, наша битва будет легендарной, я понял, да. Возможно, многие посчитают, чтобы я лучше бы этого не видел сейчас, но... Теперь вы знаете больше. Я знаю больше, ну-ка. Чё-то это прям офигеть жестко. Офигеть жестко. И вот и оно. 3 божественных импакта. 3 вот этих штуки, 2 вот этих штуки. А, так подожди, все выпало. Все выпало. Мне его перепроходить не придется. Ну, не то чтобы это сложно как-то. Там чисто битва аниме. Но все равно. Все остальное мы выбили. И страницу его мы... Ну, вы, скорее всего, услышали уже.
Угу. История, причем не такая уж и большая. Я думаю, многие хотели бы, что я прям в следующей серии отправлялся в вот эту вот жесть. Что бы это ни было, это будет просто офигеть. Но чувствую, что до этого было бы неплохо реализовать Аса вот это же. Блин, Кетр, ты можешь реализоваться, пожалуйста? Но нужно реализовать этажи и посмотрим, что будет дальше вообще. Как мы можем еще на 5 уровней повыситься? Типа, ну ладно, вот эти вот этажи, возможно, сразу дадут по 2 повышения. Возможно, учитывая вот это вот. И это будет 59 левел, и потом за Макс Кеттера, да, 60 левел, и это будет максимум библиотеки, который мы можем получить. Но слушай... Офигеть, там ком... Да. Но вот это вот, то бишь, 61 серии будет Бина, 62 серии, я так понимаю, Хокман. Ну, а потом посмотрим. Сложно сказать, что ожидать дальше. Глава реально поражает. Тут что, действительно достойный финал и путь к нему будет? Интересно. Ну, а если этот кусок серии вам понравился, ну, по идее, должен был, смотрите, что происходит в библиотеке в нашей. Блин, сколько книжек крутых нужно будет. Блин, вот это вот жалко, что не отображается. Нужно будет куда-то это прокинуть. Так вот, если серия понравилась, ставьте, разумеется, лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пишите ваши комментарии, как всегда, будет приятно и полезно почитать. Разумеется, залетайте на стримы или смотрите записи трансляции, и вам будет больше уведомлений, приходите, мне приятно. Все необходимые ссылки на группы ВКонтакте, на Twitch, на Discord, на поддержку канала Рублем, если хотите это сделать, в описании под видео, в шапке канала или в описании канала. Мы с вами увидимся, когда увидимся. В любом случае, думаю, что да, на следующей серии, на реализации вот этой вот компашки прекрасной в конце месяца, ну... Получается, как получается. Не знаю, сколько там осталось, но увидим, действительно увидим. Я же надеюсь, что у вас все хорошо. Всем удачи и всем пока.